В России есть несколько мест, связанных с жизнью и подвигом героя Советского Союза Александра Матросова. Однако только в мемориальном музее Ивановского детского дома могут рассказать, каким был Саша в детстве. Здесь он воспитывался с 1935 по 1940 год. Заведующая музеем Елена Моисеева показала нам детские фотографии Александра Матросова. На одной из них он играет на гитаре, готовясь к концерту. Есть кадр, где он разносит тарелки в школьной столовой. Сохранилась газета «Путь Ленина» за 1939 год, где была опубликована статья об увлечении Саши. С разрешения директора он разводил голубей прямо на крыше спального корпуса детского дома. Сейчас это здание музея. Здесь воссоздали спальный уголок детдомовских ребятишек начала прошлого столетия. В экспозиции под стеклом хранятся школьные принадлежности того времени: чернильницы, перьевая ручка, козья ножка, тетрадь с промокашкой. К сожалению, здание музея находится в очень плачевном состоянии. Оно было построено в 1932 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Этот памятник истории и культуры федерального значения находится на балансе Ивановского детского дома. Но, по словам заместителя директора детского дома Сергея Григорашина, ремонт не за горами. В мае должны поступить средства из бюджета на реконструкцию здания музея. Сейчас ведутся работы по составлению сметы для реализации проекта по реставрации музея. Проведено исследование, обследовано состояние фундамента, состояние венцов, так как здание деревянное. И самое главное, что в этом процессе непосредственное участие принимает представители военно-исторического общества всероссийского, в том числе Ульяновское отделение этого общества. И в ближайшее время должны поступить финансовые средства для реализации этого проекта. В музее чтят память не только Александра Матросова, но и других воинов, сражавшихся за Родину в Великой Отечественной войне. Экспозиция музея с каждым годом расширяется. Во время последнего военно-исторического фестиваля гости из Воронежа, военно-исторический клуб «Отечество», передали экспонаты, которые они нашли во время раскопок в местах, где во время Великой Отечественной войны проходили бои. Все здесь бережно хранится. Только так мы можем сберечь хрупкую нить памяти о защитниках Отечества и не допустить повторения тех страшных военных лет. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».